Всем привет! Сегодня я буду выращивать кристаллы из поваренной соли и из морской соли и сравню, получатся ли они одинаковые или будут разные. Для начала нам нужно подогреть воду. Лучше использовать дистиллированную воду, но можно и налить воду из-под крана. Нагреваем воду до температуры 50-55 градусов. Затем размешиваем соль с водой. После того, как соль перестала растворяться, значит раствор готов. И сливаем его. Вот у меня слева поваренная соль, а справа морская. Затем нужно обязательно процедить раствор. Мне удобно вот через такие кофейные фильтры. Но вы можете взять бумажную салфетку или марлю, вообще без разницы. Смотрите, какой раствор сразу становится прозрачным. Пока у вас растут кристаллы, этот процесс нужно повторять постоянно. Когда вы увидели осадок из кристаллов, то опять берете и процеживаете. На самом деле это все очень легко и быстро. Из соли я взял два кристалла, которые потом мы окунем в раствор, и они у нас будут расти. Конечно, я хотел взять вот этот вот большой кристалл, но в поваренной такого кристалла нет, поэтому я взял два маленьких. Я привязал кристалл из поваренной соли и из морской соли на мононить. Также их можно привязать на леску или на обычную нитку. Подвешиваю кристаллы так, чтобы они не касались ни дна, ни стенок стакана. И убираем туда, где не будет перепадка температур. То есть и не жарко, и не холодно. Все, кристаллы растут. Прошло несколько дней, кристаллы растут. И вот как раз осадок, про который я вам говорил. Это значит, что нужно процедить раствор и обратно подвесить кристаллы для роста. На стенках стакана образуются вот такие вот снежинки. Кристаллы подросли, сейчас покажу, одинаковые они или разные. Кристаллы готовы, слева кристалл из поваренной соли, а справа кристалл из морской соли. Вообще я хочу сказать то, что они ничем не отличаются. То есть можно сделать вывод таков, что выращивать можно кристаллы из любой соли. Посмотрите, вот какая вот глянцевая сторона, прям вот аж сверкает на солнце, вот она мне очень нравится. И что мне очень понравилось, то что они нарастают из всех прямоугольников, квадратиков, именно кристаллы из соли. Например, был вот такой вот маленький квадратик, затем идет следующий квадратик, который уже из четырех таких квадратиков. И то есть нарастают и так далее. Вообще очень интересные, советую вам тоже их вырастить. А если вам понравилось это видео, то обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем удачи!